Новый уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская познакомилась с губернатором. Михаил Мень напомнил, что работе Татьяны Степановой, которая раньше занимала эту должность, давали высокую оценку на федеральном уровне. Поэтому планку опускать нельзя. Татьяна Океанская в должности уже 2 недели. Она пообщалась с коллегами и начала ознакомительную работу по всем направлениям своей деятельности. Это знакомство с общественными организациями, например, объединяющими там семей с детьми инвалидами, многодетные семьи, женская инициатива, ну и так далее, и тому подобное. Следующий шаг – это традиционная уже кампания, которая связана с проверкой качества организации летнего отдыха, и мы вот уже из 18 лагерей 9 на этой неделе проверили.